Привет, богатыри. Ролик про еду. Ну, что можно купить, как бы, интересного по более-менее нормальной цене. В этом, как бы, смысл ролика. Не то, что, как бы, я едой все время занимаюсь, но с позиции еды еще показать. Прекрасно получается, как обманывают, завышают цены в сотни раз, продают хламину, государство российское. Ну, больше для этого я снимаю эти ролики. Понятно, что там весь YouTube, наверное, забит всякими пирожками, но там обыватели. А здесь такой революционную еду. Вот про революционную еду. Я думаю, роликов нихерище нету на YouTube. Вот для чего я делаю эти ролики с едой, чтобы обличать поганое государство российское. Так, я вообще записываю. Яблоки, не знаю, сорт. 45 рублей, отличные. Внутри оно желтое. Пятерочка яблоку, сорт, ну просто не могу сказать. Мандарины 45. Ну, свет я максимальный включил, ну хотя все равно тускловато. Марокканские мандарины, но они старые, у них уже не так блестит кожура, они бывают битые. Здесь вот удар. Потом они долго лежат, высыхают. Например, вот смотрите, он такой жесткий мандарин, просто влага выходит и остается только структура, поэтому он жесткий. Пустая, уже нету воды, сока внутри нету в мандарине, поэтому жесткий мандарин нельзя покупать. Это высохший. А так вообще нормальные мандарины 45 рублей, как картошка в перекрестке. 45 рублей стоит мытая картошка, мандарины за 45 отлично, если вот в таком нормальном состоянии. Пятерочка, ну я оцениваю как пятерку. Я уже показывал эти мандарины, не буду долго описывать. Яблоко 45, по-моему, вообще без дефектов. Ну, внешне, я не знаю, бывает внешне выглядит, а внутри какая-то гниль. Семеренко сорт, не знаю, это российское, иностранное яблоко, не знаю даже на вкус. Пока даже не хочу пробовать. Я так оцениваю на пятерочку заранее, пятерочка. И за цену, и за вкус. Думаю, нормальный вкус будет. Типа Гренни Смита. Так. Ну и редиска. Огромная. Вот видите, апельсин и редиска. Причем там еще в магазине это были самые маленькие. Там редиски были больше вот этого апельсина. А вот мой кулак, как бы. Ну, то есть редиска приличная такая, огромная. На вкус, я даже не знаю, наверное, нормальная. Пока что не попробовал. 55 рублей цена. Ну, для зимы, я считаю, отлично. Если вкус, конечно, не поганый. Ну, я надеюсь, так не будет с поганым вкусом. Хотя вот эти киви за 40, за 60 рублей были старые, безвкусные. Те не надо покупать. Ну, в предыдущих роликах посмотрите. Так, ну на этом все. Вот этот вот апельсин я отдельным тогда роликом сниму. Всем пока. Даешь
революцию фруктовую.